Что такое шкаф? Шкаф, ну, сложно объяснить, что это такое. Я могу сказать, что это то, что позволяет как-то разложить у тебя в голове по полочкам, что тебе нужно делать. А самое главное, конкретно научить, как это делать, и конкретно быть искренним и четким по отношению к самому себе. Хочу сказать, что после школы жить стало не легче, наоборот, сложнее. Хотелось легкой жизни, чтобы все случалось вокруг само собой, по щелчку, по мановению палочки волшебной. Ну, понятно, что так не может быть, но зато теперь гораздо интереснее. Шкаф – это школа, которую человек должен созреть, если он, например, хочет по-настоящему управлять экологично, грамотно, эффективно и так далее. Если он хочет этому научиться, он идет туда. Те качества, которые я приобрел здесь в процессе обучения, они стали частью моей личности. Когда перед тобой открывают вообще какую-то новую попытку прочитать все то, в чем ты жил до этого много лет. Теоретически умно, когнитивно – это некий способ обучения, курс, если хотите. Но это в классическом представлении этим не является. Оно другое, в миллион раз круче. Это вот наше взаимное пыление, когда мы работаем группой. Понятно, что для этого есть контекст, понятно, что это сделано сознательно, но вот так, как мы друг друга меняли, на самом деле, это очень ценно. Есть кайф этого, того, что вы на одну и ту же вещь можете смотреть, все эти люди стоят, там у нас 30 человек было, и смотрят с разных сторон на одну и ту же проблему. Я прошел много всяких тренингов, каких-то книг прочитал. А шкаф это все собирает такой единый пазл, который наконец-то собирается всей картиной. Я желаю, чтобы как много больше вот пропускная способность этого МК, ну, то есть она стала больше, шире. Для меня это очень важно, и если у меня будет возможность помочь им в этом деле, то я очень даже с большим желанием помогу в этом деле. Я хочу еще.